В Губкинском свои идеи горожане пока могут включить в народную программу. На сегодняшний день поступило около 500 предложений, и все они рассматриваются руководством города. Представители администрации Губкинского отмечают большую значимость народной программы. Мы нашли контакты, связь с нашим населением. То есть мы выявляем проблемные моменты, проблемы, которые интересуют наших граждан. Мы наладили диалог. Очень приятно, что этот диалог ведется в очень активном режиме, то есть у нас не заканчиваются обращения, предложения, мы этому очень рады, призываю продолжать в таком же темпе, они все рассматриваются, формируется некоторый такой рейтинг по количеству обращенцев, то есть чем больше объект поддерживают граждане, тем он, конечно, рассматривается нами в приоритетном порядке. И буквально вот хочу сказать, осталось совсем немного времени, потому что бюджет формируется, будут определены приоритетные объекты благоустройства и включены в финансирование на 2018 год.